В преддверии Дня Республики акция «Менің елім, менің туым» прошла и в Алматы. Организовали ее активисты молодежного крыла «Жастаруха». В рамках акции на улицах города и на жилых комплексах планируется вывесить более 5000 флагов. Организаторы уверены, такие действия должны повысить уровень патриотизма среди населения. Всего по всей республике на здание планируется развесить 10 тысяч государственных символов. Как вы знаете, по случаю Дня Республики молодежное крыло партии «Аманат» начало кампанию «Менің елім, менің туым». Мы проводим ее уже в третий раз. Для нас честь быть одними из тех, кто возвышает дух этого праздника. Каким образом это происходит? В рамках акции жители всех районов вывешивают государственные флаги на своих домах, фасадах и социальных объектов. Наша цель – привить горожанам чувство патриотизма.